По окончании благоустройства вокруг Тимоховского пруда сотрудники МБУ «Дорсервис» установили новое красочное жилище для городских уток. Домик, украшенный рисунками утяток и мышей, сделан из фанеры, обработанной влагостойкой пропиткой. Снаружи он покрыт тремя слоями лака, а его основание – монтажной пеной, также обработанной мастерами «Дорсервиса». Лак не вреден, так как мы внутри оставили стены все из древесины, не покрывали вообще ничем. То есть внутри все стенки, все чистое дерево. Ну, своими руками мы делали, как бы я и еще помощник один помогал. Ушло это 2 недели на этот домик. И на раскраску этого домика ушло еще 3 дня. Размеры нового жилья для уток 1,30 на 1,20 м. Вокруг домика небольшая площадка, где птицы могут отдохнуть. Для комфортного пребывания его застелили соломой, поскольку жить уткам необходимо в сухом и теплом месте. Обслуживанием утиного жилья также займутся сотрудники МБУ «Дорсервис». МБУ «Дорсервис» будет обслуживать этот домик, как следить за его внешним видом, так и за внутренним. Следить за тем, чтобы он не размокал, не разваливался и тому подобное. Домик для уток уберут с наступлением холодов, чтобы его не раздавило льдом. А пока он ждет своих первых жильцов. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.